Я передаю слово нашей замечательной ведущей Татьяне. Друзья, с праздником! С Днем Победы! Спасибо большое! Наш город – это наш огромный дом, и мы неразрывно связаны с его жизнью и судьбой. В канун великого праздника Дня Победы в 5 округах нашего города состоялись окружные патриотические акции «День призывника». Среди учащихся общеобразовательных учреждений и образовательных организаций Центрального административного округа города Омска 2005-2007 годов рождения. В программу акции вошли такие виды состязаний, как военизирование полоса эстафета, стрельба из положения сидя, разборка и сборка автомата, подтягивание. И сегодня в торжественной обстановке мы наградим наших победителей, победителей Центрального округа. Любимые амичи, дорогие первокирпичинцы, дорогие гости микрорайона, с великой победой! Ура! Ура! Дорогие друзья, пусть всегда небо будет ясным и голубым, а солнце нежным и всех согревающим. А мы с вами будем добры, бережливы и сострадательны друг другу. А самое главное, когда мы едины, мы непобедимы! Ура! Спасибо большое, Вита Александровна. Мы начинаем церемонию награждения. Среди юношей в дисциплине подтягивания на высокой перекладине призовые места распределялись следующим образом. Бронзовым призером стал Бежецкий Павел, средняя общеобразовательная школа номер 17. Павел, мы вас ждем. Вам эти бурные аплодисменты. Чемпионом среди юношей стал Казадаев Илья, средняя общеобразовательная школа номер 23. Илья, мы вас поздравляем, чемпион! Среди девушек в дисциплине стрельба из пневматической винтовки призовые места распределялись следующим образом. Бронзовой призеркой стала Добродская Эвелина, средняя общеобразовательная школа номер 38. Эвелина, мы вас приглашаем. Серебряной призеркой стала Бункевич Софья, средняя общеобразовательная школа номер 38. Чемпионкой среди девушек стала Третьякова Кристина, средняя общеобразовательная школа номер 23. Среди юношей в дисциплине стрельба из пневматической винтовки призовые места распределялись следующим образом. Бронзовым призером стал Масалов Алексей, средняя общеобразовательная школа номер 17. Чемпионом среди юношей стал Парамов Николай, средняя общеобразовательная школа номер 23. По итогам окружной патриотической акции «День призывника» были определены общекомандные места. Третье общекомандное место взяла команда средней общеобразовательной школы номер 38. Второе общекомандное место взяла команда средней общеобразовательной школы номер 23. Друзья, и первое общекомандное место взяла команда средней общеобразовательной школы номер 17.
фото, конечно же, на память. Ловная связь поколений. Молодцы, ребята. Держать так дальше. Вита Александровна, были фотографии? Отлично. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, уважаемые мечи, администрация Центрального административного округа города Омска и культурно-досуговый центр «Импульс» поздравляет вас с праздником Великой Победы! 9 мая стал для всех символом национальной гордости, славы и доблести нашего народа, отстоявший свободу и независимость нашей Родины. Он и сегодня объединяет и сплачивает нас, вселяя веру в будущее и вдохновляя на новые свершения во имя процветания великой России и благополучия его народа. С праздником, амичи!